Салют всем, с вами Мастхэт. Дайджест. Что там у нас? Андрос Криптонит, Пусикиллер Джамик, Молодой Платон. И кто же там еще-то? Янг Трэпа или Трапа. Я не знаю, как правильно вы это поймете еще впереди. С Маратом. В общем, вам приятного просмотра. Подпишись на канал. Я знаю, ты не подписан. А вот теперь... Ага, так. Молодец. Все, приятного просмотра. Я... исчезаю, как шиноби. Джамик и Пусикиллер дропнули Франция, да, еще в начале недели. И трючок уже всю неделю висит в чартах. Я подумал, ну надо брать его в дайджест, поэтому давайте заценим. Давайте заценим. Но единственное, что я могу сказать по сниппету, там есть момент по раскладке, который, блядь, точно такой же, как в моем треке Атлант. Я не говорю, что это спизжено, это просто совпадение, но это забавно. Я даже вам покажу, где, собственно. Дело не в принципах, даже не слышно. Дерзкие улицы, тяжело дышат. Грязные руки все тянутся к небу. Самых низов, подвалов и шлепа. Завязывай. Большие цифры мне давят на плечи. Большие суммы жизнь делают легче. Не надо грубить и уйдет через увечий. Публика, медиа, юмор и двор. Джекпот. Поняли, да? Поняли, да? Гений сидит. Написал трек еще в декабре. Даже, нет, я написал его в сентябре еще, понимаете? А теперь это висит на первом месте в чартах. А раскладки-то одинаковые. Чем я хуже, собственно? Это мы узнаем чуть позже. Неплохо, кстати. Неплохой трючок, он интересный. Ужасы стали добрее. West Coast, портали гуд. Мы до талопа пока не слели. Токио, Франция, духи Диор. Дресс-код черный и красный кофер. Джекпот полный, гашетка в упор. Не пойма, не бор, наш штатный минор. Токио, Франция, духи Диор. Дресс-код черный и красный кофер. Джекпот полный, гашетка в упор. Не пойма, не бор, наш штатный минор. Пацаны, это Франция, нам не Италия. Глаза в Акадии. Мы по-другому не умеем, это классика. Я поджигаю свое братство, классика. И ты, наверное, даже скажешь там спать. Бля, ну Пусикиллер на контрасте звучит, кстати, поинтересней. Ну, типа, послушайте, как он здесь залетает. Пацаны, это Франция, нам не Италия, глаза как Азия. Мы по-другому не... Там вот этот еще Эдлиб забавный. Умеем это классика, я поджигаю свое братство, классика. И ты, наверное, даже скажешь там спасибо. Сори, тупой, мы называем магазином. Ты проиграешь, не успел пойти в игру сильно. Тут разговоры не решают, тут важна сила. Тут нет Голливуда. Мои пацаны кричат аллилуйя. Я даже на их месте смотрю, куда круто. Ты думаешь, что мы мной как акула. У меня большой зуб. Каждую ночь я им держу. Если я вспомню тебя под утро, здесь этим сука. Токио, Франция, духи Диор. Дресс-код черный и красный ковер. Джекпот полный, гашетка в упор. Не пойман, не бор, наш штатный минор. Токио, Франция, духи Диор. Дресс-код черный и красный ковер. Джекпот полный, гашетка в упор. Не пойман, не бор, наш штатный минор. Бля, ну неплохой трек, типа. Даже по длине плюс-минус как Атлант идет. Молодцы, пацаны, чё. Зафорсили в ТикТоке, потом анонсировали фиток, ну и дропнули трючок. Я бы не сказал, что я прям фанат, и в плейлист это мне не залетит, но при этом это, ну, это хорошая, крепкая работа. Ну, заслужена ли она на первом месте в чартах? В чартах, которые у нас есть, наверное, да. В чартах, о которых мы мечтаем, я думаю, нет. Но при этом Пусикиллер мне понравилось здесь, как сделал. Ну, типа, залетел он круто. Потом немного, конечно, куплет он... Ну, блядь, чуть послабее стал под конец. Но начал он за здравие, вот. Ну и Джамик тоже начал за здравие. Потом припев был, который мне не особо понравился из-за того, что там дабл более высоким. И он, блядь, ну как-то перебивает, короче, все ощущение мне. Ну а так, блядь, ну неплохой трек. Я бы поставил 8.5, потому что, ну типа 9 это уже в плейлист добавлять. Но это близко к тому, чтобы добавить в плейлист. И, ну, трек в целом неплохой. Напишите свое мнение по поводу этого трека в комментариях, а мы идем дальше. Янг Трапа, Сквозь Баб, Авиа. Сквозь Баб, Янг Трэпа или Янг Трапа. Я не понимаю, как правильно. Что-то у меня потерялась эта грань. Дропнули, короче, трючок Авиа. И, ну, надо зачекать. Интересно, честно. Вот он говорит Трапа, Янг Трапа. Крид говорил Янг Трэпа. Говорят трэп, а не трап. Хотя и говорят трап. Блядь, трудно, трудно, я запутался. Напишите в комментариях, как правильно. Трапа или трэпа?
Какая потрясающая аранжировка. Это напоминает мне Lil Wayne 2004 года. Делаем денег в портфеле, хейтеры бьются в истерике. Что бы ни делали, мы всегда первые люди не бедные. Деньги конкретные, темы полезные. Мы не подъездные, резкие, дерзкие. В любых кварталах знакомые с местными. Вопросы корректные, связи опасные. Времени мало всегда. Я богат и известен, ты знаешь. Имя Young Trappa, лучшее качество рэпа. Блять, Young Trappa. То он говорит вначале трапа, трапа, потом Young Trappa. Да ёпта, я не понимаю. Вымоты начисто, мне это нравится. Пью и курю, чтоб расслабиться. Я люблю трахать, она любит трахаться. Вот и фэншуй, тряхи своим телом. Мать твою, детка, будь умничкой девочкой для Young Trappa. Окей. Ну типа здесь куплет трэпа звучит по полноценнее. Есть такой момент. Авиарежим. 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 Курим и лежим. Курим и лежим. Курим и лежим. Курим и лежим. Авиарежим. Я ебу в рот стиль, эй, стиль, прости. Стелить, как я, надо подрасти. Okay. Я на холоду, не садись, цистит. Мистер Бомбастик, фантастик. Длиннее моих денег, туго мой пенис. Тенге рублей и денеры, за мой стилек свежий, как будто младенец. Bitch, I'm doing no smoking bananas. Пока трэпа мотал срок, вся страна под трэп сирот. Кладем рексы на зеро, и льем сироп, сирок, сынок. Я лью в сироп, сирок, сынок. Ну шоколаде, как сырок, да сука, я не дым, но смог. Шугар дэдди, бля, ну, сквозь баб хорош. Ну, типа, он накидывает пиздатый панчуль. У него всегда были интересные и забавные строчки. Про деньги, например, и пенис сейчас было прикольно. Типа, в целом, как он начал, и потом, как он сейчас сироп, сынок, сирок, вот эта вот тема. Прикольно. Там дальше припев, да, будет? Окей. Короче, этот трек полноценнее смотрится, чем Family. Потому что в Family куплет Young Trappa выпадает. Или Young Trappa, блять. Короче, выпадает там куплет. Здесь же он смотрится более полноценно. И здесь пиздато сделал, типа, сквозь баб. Марат, блять. Марат хорош здесь. У него интересное начало, где вот это я ебу в рот стиль, эй стиль, прости. Прикольно. По рифмовке в целом, как это звучит. Потом середина куплета прикольно, есть пару строчек забавных ванлайнов. Да и в целом он звучит круто. Поэтому этот трек хороший. Опять же таки, я бы не добавил его в плейлист, но если бы он где-нибудь играл на фоне, меня бы это не раздражало. Поэтому, ну, 8.5 тоже поставлю. Ну, типа, это хорошая, плотная работа. Напишите свое мнение в комментариях по поводу нее. И двигаемся дальше. Старый Аристотель. Лайфстайл, собственно. Давайте зачекаем. Особо люблю такое. Типа, автотюна здесь пиздец. Пиздец. Причем пиздец это, типа, ну, мягко сказано. Автотюна прям, ну, дохуя. Как, блядь, говорил Великий. Что там... Она хотела, чтобы мы... Блядь, она хотела познакомиться с Трэвис Скоттом. Или что-то. Она хотела узнать Трэвис Скотта, мы познакомили ее с Платоном. Да, ну, бля, ну очень дохуя автотюн. Это, ну, я такой не особо. Ничем не зацепил. Ну, от слова совсем, типа, звучанием? Нет. Текстом? Нет. Сделан он, ну, качественно. Семерочку можно поставить, но по общему впечатлению ноль. То есть, ну, типа... Меня это не разъебало. И по тексту за что-то зацепиться тоже, ну, типа, не за что. Поэтому мимо, мимо, пацаны. Идем дальше. Андро и Скриптонит, да, Драгон. Коллаба, ну, типа, не самое ожидаемое. Это Андро и Скриптонит. Ну, интересно, давайте чекнем. Что они могут сделать, мне интересно, реально. Ее лицо близко, близко. Ты как искра, зажигаешь быстро. Завязал бы розовой ниткой. Завоевал и забрал этот пистолет.
Он разрушит тебя. Злой, злой, драгун увезет за края. Белый дракон разрушит тебя. Злой, злой, драгун увезет за края. Белый дракон разрушит тебя. Окей. Снова палец down. На мои драгугрызы. Руки на тебе, когда ты кахало. Легкие драг. Франклин и тратишь. Драг или порванный красное платье. Собрал на себе. Украл на тебя. Как пыш на лисе. Крутишь бал в уголке. Блять, музыкально. Ну, типа, это прикольно звучит. Но по общему впечатлению мне не заходит пока что. Но это прям они вот тут поебались над звуком и над этим всем, потому что, ну, это прям ни на что не похоже, это вот какая-то такая тема скриптонита больше. Меня удивляет, как здесь Андро звучит. Андро, Андро. Понадумываю. Ее лицо близко, близко. Ты как искра, зажигаешь быстро. Завязал бы бронзовой ниткой. Завоевал и забрал этот кристалл. Белый дракон разрушит тебя. Злой, злой, драгун увезет за края. Белый дракон разрушит тебя. Злой, злой, драгун увезет за края. Белый дракон разрушит тебя. Шки, улыбки, гребчи, напитки, плечи, плечицы, тупицы. Ночные улицы заводят тебя прямо в переулки. Ночные заведения внутренних куколки. Две унции, только за той недели, откуда касса? Две функции, подбирать одежду и раздеваться. Конвульсии на барной стойке. Подирайся, другие цвета умерят яйцами. Кожа трясет своими ягодицами. Стегиваются пуговицы. Косики скуриваются один за одним. Крошим, крошим, час за дым. Белый дракон разрушит тебя. Злой, злой, драгун увезет за края. Белый дракон разрушит тебя. Злой, злой, драгун увезет. Бля, ну это прикольно, как-то музыкально звучит. Скриптонит это все-таки, ну, что-то индивидуальное. Но, блядь, по общему впечатлению, мне не зашел этот трек. То есть, я бы не сказал, что это прям какой-то хит. Это, ну, вот больше для слушателей, для локальной аудитории. То есть, ну, типа, это не XO, там, что еще были за треки? Не помню. Это, ну, не хит, типа. Это просто такой обыденный трачок для слушателей, для фанатов. Вот. Ну, и я не являюсь особо фанатом, поэтому мне и не зашло в целом. Ну, а так, сделано качественно, очень музыкально. Интересно по тексту, у Скриптонита было, у Андра, ну, типа, особо за что-то зацепиться я не смог. А так, ну, неплохой трек. В общем, напишите свое мнение в комментариях по поводу этого трека, по поводу всех треков. Также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заходите в описание, там есть ссылочки на мои соцсети, подписывайтесь на них. Ну, а с вами был Мастхед, спасибо, что посмотрели. Всем удачи и всем пока.